премьер Армении Никол Пашинян может подписывать любые документы, в том числе и по открытию коридора. Большинство же армянского народа резко выступает против таких проектов и планов. Об этом Вести АС заявил российский эксперт в области внешней политики, обороны и безопасности Григорий Трофимчук. Комментируя протесты армянского общества по поводу открытия Зангезурского коридора. С некоторых пор армянское общество и премьер-министр Армении – это разные полюсы сферы, а результаты последних парламентских выборов не говорят о народной поддержке Никола Пашиняна. Кто в каком количестве и как именно тогда там голосовал, проверить нет никакой возможности. Просто общество пока не в силах пока свергнуть этого своего еще недавнего любимца. Посадить на место общество его смогло, а снять оттуда не может, заявил Трофимчук. По его словам, подобная ситуация говорит, в первую очередь, о слабости армянского общества, которое еще совсем недавно гордилось индексом своей свободы и эффективности. Типа, кого хотим, ставим, кого хотим, меняем. В том числе по причине простого психологического противоречия. Если Пашинян за это, то мы против. На этом фоне нельзя исключать и того, что в случае прокладки той или иной трассы по территории Армении, новые народные герои начнут, как партизаны, подрывать эти коммуникации, сказал он. По его мнению, то же самое касается и Зангезурского коридора, если, конечно, он не будет охраняться не армянскими силами. Наверное, это одна из главных причин, по которой такая антитеррористическая контрдиверсионная охрана трассы может получить полную и безусловную юридическую легитимацию. «Дарю идею», — сказал политолог.